Облет и осмотр паводкоопасных мест провели в Восточно-Казахстанской области. По данным специалистов, на некоторых реках начался ледоход, но выход воды из берегов не наблюдается. Подтопления прибрежной территории и заторов нет. На случай ЧС в регионе заготовлено 55 тысяч штук мешкотары и больше 6 тысяч тонн инертных материалов. Паводкоопасную ситуацию оценили и на границе Кустанайской области. С вертолета проведен обзор объема воды в реке Торгай. Сейчас угрозы потепления и подтопления от реки нет, отметили специалисты.